Всем приветики! Сегодня, как обычно, будет небольшая распаковка. Получила вот пару писем. Давайте сейчас скроем их и посмотрим, что же я за последнее время себе заказал. Итак, поехали! Та-дам! Распаковал я конверты, и внутри находились такие замечательные банкноты. Это у нас банкнота Таиланда номиналом 16 бат. Такая большая, интересная, на одном листе. Ну, у меня до сих пор еще в коллекции не было данной банкноты. Теперь она у меня будет и будет красить мою коллекцию. Ну, такая шикарная. Сейчас попробую как-нибудь ее посмотреть, подсветить под ультрафиолетом. Интересно, как она светится и светится ли вообще. Так, смотрите, здесь номинал 1 бат, 5 бат и 10 бат. И все это на одном листе. Класс. Так, теперь следующая банкнота полимерная номиналом 10 долларов 2023 года Соломоновы острова. Интересная банкнотка на спортивную тематику. Так, тоже у меня коллекция полимерных банкнот пополняется. И еще одна банкнота, тоже полимерная, 2024 года, 20 юаней, Китай, посвящена году дракона. Такая достаточно интересная банкнотка, прям шикарная. Думаю, будет очень интересная серия, если они будут каждый год выпускать по одной банкноте. Так, а также приобрел монету номиналом 10 юаней 2024 года. Так, давайте я вам покажу поближе. Так, такая вот 10 юаней. Тоже посвящена году дракона. Видите, с таким драконом. Классная монета. Вообще, эту серию я собираю потихонечку, помаленечку. Потом как-нибудь покажу, что у меня на данный момент собрано из этой серии монет. Так. И давайте посмотрим под ультрафиолетом. Как говорит Александр, переходим на темную сторону. Итак, давайте начнем с банкноты номиналом 16 бат. Смотрите, с лицевой стороны здесь у нас подсвечены какие-то узоры и подписи. Немного просвечивается, да, и вот здесь вот полоска. Так. Так вот я ее поместил. Так, с обратной стороны. А с обратной стороны скромно, очень скромно. Одна полоска через всю банкноту. Ну, что есть, то есть. Так, убираем. Следующая банкнота номиналом 10 долларов. Ну, здесь уже поинтереснее. Смотрите, какой орнамент. Здесь какой-то узор. 23, номинал 10. И здесь, я так понимаю, это флаг, да, светится у них. Ну, красиво. Достаточно интересно. Так, с обратной стороны здесь у нас подсвечен только год. Так, еле-еле. И все. Ну, интересно, как у нас светится 20 юаней. Да, что-то совсем скромно. С этой стороны вообще никак. А с обратной стороны у нас подсвечен только номинал. К сожалению. Если честно, я думал, будет более интересно подсвечено под ультрафиолетом. Было бы классно, если бы дракон бы светился бы. Прям было бы шикарно. Ну, как говорится, что имеем, то имеем. Так, ну, монета у нас не светится. Все, спасибо всем за внимание. Всем пока, всем удачи.